Напомним, если кто-то не знает. Давай, Никитос, есть готовность. А чего добился ты? Сегодня проблемы какие-то с тормозами. У Антона Волкова я подбежал, там вообще отвалился, и глушитель, и тормоза. Пошел, да? Давай! Никита в этом году... Никита в этом году положил только один двигатель всего лишь, поэтому он хочет угробить второй и делает это, по-моему, сегодня. Ой, как у меня руки трясутся. Да, давай. О, пошел в второе положение. Ральф Лоэр. Подразогрел немного судей и вип-гостей, которые скопились около палатки. Я думаю, там около палатки нужно быть аккуратнее, потому что Никита любит интерактив и любит въезжать туда по полной программе. Пауэр, ух, тест-спин, стабилизировался, поехали дальше. Ко мне. Я спортсменов понял, нормально хуйня. Родственников, знакомых ищет. Давай, Никитос. Да, отрабатывает. Сейчас он спешл кей, молодец, хорошо. Алёша отгонял квалификацию лучше или хуже? Поехал! Квалификацию лучше или хуже? Выступил! Никитос человек! Либо около телевидения. Стопи. Положение. Хайчер. Давай, Никитос. Свичбэк. Стоечка на голове. Переход на Кофин Зиро. Блин, у меня так трясутся руки, я не могу. Хорошо, перешел. Нестабильный мотоцикл себя вел. Ну точно. Задуривает себя. Вообще, не кошмар. Я так кошмарно еще ни разу не снимала. Прыжочек. Я ничего не могу. Поехали. На ноге, давай сюда. Ты прикольно, когда ты будешь. Давай. Расставай. Эйси дроп сейчас исполнит. Это любимый трюк многих. Прыгнул. Заползай назад. Еще один в стопе. Спасибо. Круги. Давай, класс Хайчер. Восьмерочку. Оп, вылез. Алло. Ну. Алло. О, перепрыгивает. О, очень хороший прокат сегодня у Никиты. Действительно, мне нравится. О, это что-то новенькое. Но это мы с тобой учили. Молодец, красиво, динамично. И все, бросаем, устоял, Лёх, стоит, бросай, правильно, тебе Андрей за это спасибо скажет, молодец, отличный трюк в конце. Андрей скомкал протокол. Да, Андрей.